Празднуют все страны, города. Второму приезду сроку Дмитрия Анатольевича Медведева, курсам прогрессивных призовов Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильичик Медведев, Владимировича Путина, Владимир Владимирович, Кирилла Владимировича Собянина, Борис Вячеславович Крылова, Патриарха Кирилла, партия Единая Россия, слава, ура! Героев нашей армии, доблестной, непобедимой, российской сети, МВД, Спасибо вам большое. С праздником. Тоже с праздником. Поздравьте наших ветеранов, пожалуйста. От всей души. Низкий и наших поклон. Лидеров вооруженных Медведя Путина. Благодаря им. Спасибо вам. Спасибо. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Спасибо. Спасибо. Герои нашей армии, отечество сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Любимая отчизна, любимая страна, не вышел смысл жизни для всех нам дана. Держава, любимая страна, ты наша гордость, слава для всех для нас дана. Эскадрильи стрижей и витязей взлетели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают второму президентскому сроку Дмитрию Анатольевичу Медведеву, курсу самому прогрессивному передовому Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлану Владимировну, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Путину, Сергею Семеновичу Собянину, Павлу Эдуардовичу Сердюкову, партии «Единая Россия», стране родной, наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. Все века и дни, великая отчизна, великая страна, не высший смысл жизни навеки нам дана. Великая держава, любимая страна, ты наша гордость, слава для всех для нас одна. Эскадрильи стрижей и витязей взлетели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают Дмитрию президентскому сроку Дмитрию Анатольевичу Медведеву, курсу самому прогрессивному передовому Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Светлану Владимировну, Илью Ильичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировичу, Сергею Семеновичу Собянину, Ольгу Артуру Сердюкову, Рашид Гумаровича Нургалиева, Александра Бортникова, Навалова, Чайка, Проткова, Грызлова, Миронова, Единой России, стране родной. Призываем всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самый прогрессивный и передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Ильича Медведева, Владимировича Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергей Семенович Собянина, Анатолий Эдуардович Сердюкова, Патрик Гумарович Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Путина, Чайка, Проткова, Шойгу, Сердюкова, партия «Единая Россия». Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас, уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, я Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путин, Сергей Семенович Собянин, Анатолий Иванович Сердюков, партия «Единая Россия», Макенко, Всенародная, Вера Синяни, и мы, творческая группа «Ленина в Египте», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Федор Николаевич, Людмила Ремовна, Людмила Ремовна, Людмила Ремовна, Елена Владимировна, Владимир, Татьяна Ольга, Геннадий, 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 Владимир,
Алексей Семенович Собянин, участник Черчакова, «Единая Россия». И так сегодня генеральные репетиции бою парада Великой Победы. Самые лучшие в мире армии, герои нашей армии, невидимые армии, все ветераны, все мы едем в Дмитриске, все вас поздравляем, Евгения Анатольевича, Светлану Владимировну, Венюзовича Медведева, Владимира Путина, Людмила Александровна, Сергея Владимировна, Сергея Владимировна, Сергея Семеновича Собянина, Василия Дукова, партия «Единая Россия». И сегодня весь состав нашей самой лучшей армии России, поддерживая все прокуратуры, поддерживая медицинские, взяли в советы со всеми россиянами, поддерживающим составом вооруженной армии, героев нашей самой лучшей армии. За второй президентский срок в мире Дмитрия Анатольевича Медведева, за одну из самых прогрессивных передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путина, Сергей Семеновича Собянина, Чердюкова, Единая Россия. Наша Россия, наш президент, вас это сила, право и честь. Голосуй за второй президентский, срок Дмитрия Анатольевича Медведева всегда. Голосуй за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева сегодня. Голос свой за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева отдай. У вас, многоуважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна Путин, Сергей Семенович Собянин, партия «Единая Россия», поддержка армия, лаборатория, поддержка всенародная. Дмитрий Анатольевич Медведев, на второй президентский срок всем миром избрать. Дмитрий Анатольевич Медведева всем миром поддержать. За вас, уважаемый господин президент России, верховный главнокомандующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Илья Дмитриевич Медведев, Владимир Путин, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Кирилл Путин, Сергей Семенович Собянин, Кирилл, Единая Россия, поездяне, дружно и нагласно идем голосовать, волеизъявление народное. Дмитрий Анатольевич Медведев все главные задачи нам решать, реформы все осуществлять, инновации, модернизацию осуществлять, и святую Россию возрождать. Великой святой процветающей России Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлана Владимировна, Елизавича Медведева, еще Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путин, Сергей Собянин, Анатолий Черчакова, партия «Единая Россия», героями нашей непобедимой доблестной армии, ветеранами, военнослужащими, Господь Иисус, Иисус Христос и Божья Мать, святая благодать, наша Россия, наш президент, вас за силу, право и честь. Призываем всех христиан дружно и неогласно. Призываем всех христиан голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, такой самый прогрессивный передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, они будут партии «Единая Россия». Мне с Медведевским выдвинули второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, на котором еще Коржи регионы поддержали. Об этом мы создали самый лучший мир. А любовь, Катюша, перевод. Поздравляю! Все высшие награды и второй международный фестиваль Дмитрия Анатольевича Медведева, Светлане Владимировне, Илье Дмитриевичу Медведеву, Владимировичу Путину, Людмиле Александровне, Владимиру Екатерине, Владимиру Путину. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимира Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческой группы «Нестер Медведский», Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, мы все голосуем за второй президентский срок.
срок Дмитрия Анатольевича Медведева за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать на второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Поздравляем вас с наступившим новым 2011 годом. Мы назвали главным человеком эпохи года на планете, главным победителем, главными героями России и всей планеты, лауреатами фестиваля славы и честь России, главным человеком эпохи года на планете 2010-2011, 10-летия, столетия, тысячелетия, главный герой России и всей планеты Дмитрий Анатольевич Медведев, Светлана Владимировна, Людмила Медведева, Владимира Путина, Людмила Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, его святейшего патриарха Московского Сиа России Кирилла, Сергея Семеновича Собянина, Нургалиева, Бортникова, Коновалова, Шойгу, Чайку, Сердюкова, Фракова, Шойгу, Фурсенко, Голикова, Грефа, Кудрина, Набиуллину, Грызлова, Миронова, Володина, Воробьева, Жукова, наша Россия, наш президент, вас на силу, право и честь. Много счастья вам желаю. Заседи. Хорошо, нет? Хорошо. Получилось. Люночка, целуй меня. Пошли. Давай, Вильки до вас, Лена. Лена и Людмила. Прекрасное новогоднее поздравление, обращение граждан России. Дмитрий Анатольевич Гулян, господин президент России, верховный командующий вооруженных сил России, Дмитрий Анатольевич Медведева. Слава! Ура! 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 Победа на века! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, совсем скоро под бой курантов уйдет в историю 2010 год. И вместе с ним первое десятилетие нынешнего века. Провожая старый год, мы вспоминаем его радостные и грустные моменты. И надеемся, что следующий будет хорошим и удачным для каждого из нас. И для всей страны. Мы будем вместе строить современную Россию. Сильную, открытую, дружелюбную. Прекрасно. У нас богатая и древняя история. Но дети, родившиеся в новой России, уже стали взрослыми. Прекрасно. Теперь от них зависит, каким будет второе десятилетие этого века. И все, что мы делаем для наших детей. Для того, чтобы они были здоровы, чтобы у них в жизни все получалось. Чтобы они жили в безопасной, благополучной и счастливой стране. В стране, где уважают старших, сохраняют традиции нашего многонационального народа. Где стремятся к достижению новых целей. Уверен, так и будет. Прекрасно. Дорогие друзья, у новогоднего праздника есть своя неповторимая атмосфера. Этот праздник наполнен особой теплотой и искренностью. Через несколько мгновений наступит Новый год. Давайте поздравим друг друга. Пожелаем любви и счастья. И пусть сбудутся все наши мечты. С Новым 2011 годом! Ура! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам счастья и любви! Поздравляем с победой, триумфом, успехом второго президентского срока Дмитрия Анатольевича Медведева, курса самого прогрессивного передового Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», патриарха Кирилла, вы творческая группа Несин Метлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Ремовна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Виктория Владимировна, Стелла Владимировна, мы все голосуем за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия», призывая всех россиян дружно и единогласно голосовать за второй президентский срок Дмитрия Анатольевича Медведева, за курс самой прогрессивной передовой Дмитрия Анатольевича Медведева, Владимировича Путина, Сергея Семеновича Собянина, партии «Единая Россия». Столетие.